Первый привал с утра. Что, прям вот так вот сразу, да? Ну, сразу. Сначала разомнемся. Ну, сюда иди. Да. Вот, вот отсюда? Вот он наш гребень. А я думал, мы туда идем. Какой гребень? Ай, да кто до лагеря? Раз. Вообще, я тоже так подумал. Приступаем. Если вот здесь, Юль, смотри. Где? Вот так попробовать. Где? Вот здесь? Хочется кошки и на ноги, и на руки. Да, Михаил? Ты как? Антон? Хорошо. А, мне несут воду. Вон сюда проходи. Да. Катерина, как ощущения? А уже хочется все, да? Уже 3300. Еще 700 метров набирать? Да. А ровно 4, да, вершина? Сникерс? Там у меня специальный сникерс для бороды. Почему?
Лавина! Кирилл, лавина! Мужики назад, сзади. Смотрите! Лавина! Спуск лавины. Все идет запись? Да, идет. Да. Охренеть. Видел, Кир? Такой маленький водопадик снега. Угу. Ну, вот он, свежачок. Вчера встреча. Над водопадом позабирались. Рюк-то слева, да? Ну чего, товарищ старший? Готово? Вроде да. Все готовы? Да. Ну, сейчас идем. Ага. А, там ледышка есть. Ледышки. Катя, выбирай. Или просто кинь мне ледышку. Хорошо? Через себя, через спину. Ага, хорошо. Там рельеф достаточно простой, не обязательно ждать. Все это делать надо быстро, выщелкивать, снимать петлю. Ау. Нам можно будет до снежинка? Нет. Плохо. Если нет, нигде. А, вот там. Мы туда пойдем, да, поэтому? Вон тропа. То есть нам еще выше? Да. Так, облака прикольные на этой. Антон, сколько? Метров? 12.07. Что? Антон, стой! Стою! Стой! Стою, что? Страхуй! Вот это? Да. Осталось, в принципе, не так много. Начать и кончить? Да. Одну четверть пути. Что? Может, даже поменьше. Я имею в виду от начала маршрута, от начала гребня, где мы полезли. Грузи. Не, все, надо... Оставляй так. Вот она, наша вершина. Первая в жизни наших участников.
Называется пик Семенова скала. Высота 4050 метров. Это пятитысячник Дыхтау. Красавица, Безингийская стена. На той стороне Грузия. Облака надвигаются. И снизу поднимаются. Безингийское ущелье. Народ! Две веревки до вершины. Да. От вас ее не видно. Я хочу домой. Пожалуйста, верните меня. Камень зацепился. Сейчас, все, иди. Да, я дышусь. Смотри. Смотри. Смотри в обратную сторону. Только смотри тогда за мной, куда я прыгну, куда я... Вот запрятали-то. Открываю. Дать вслух? Да. Группа. Альт-база Безинги. 12 июля. 2015 года, 8:40, в составе Павлов, Васякин, Бабкин, Шилова, Сергеева, Кураков, Дубровин, Смирнов. Совершила восхождение на вершину пика Семеновского по южному гребню первой Б-категории трудности. Состояние группы хорошее, спуск начат 9:15 по пути подъема. Погода хорошая, солнце и ветер, идут облака. Группой снята записка альпинистов под руководством Курачева ЕС от 10.07.2015. Руководитель группы Макаров ВК. Легких рюкзаков и хорошего спуска. Ура! 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 Нам бы только ручку. Смотрите, сколько листочков. Да. Три листочка. Нам бы только ручку. Участники нашей группы восхождения. Антон Шелин. Андрей Кузьменков, наш врач. Михаил Подергин, завхоз. И просто Юля, тренер и инструктор. Не страшно, не утомило. Ну, Катя Коптяева, героиня сегодня. Я не знаю, как я тут оказалась. Я так и не поняла. Болельщица. Наша болельщица. Мы теперь с Катей после... Сядьте правее тура. Ну, вот сюда ближе. Чтобы тур было видно. Ну, вы стоите тогда с
за флаг. За флаг. Потом. Опять за флаг. Ледорубы покажите. Это ваш главный атрибут альпиниста. Лучше будет, ну так. Сейчас.